Блюдо настоящее осеннее, из сезонных овощей и говядины. Подается как самостоятельное блюдо, так как сочетает в себе и гарнир, и мясо. Приготовить очень просто, а съесть очень вкусно. Если готовите блюдо в сезон овощей, то можно добавить в него и кабачок, и картофель, все, что вы любите. Экспериментируйте. А мясо получается невероятно нежным и мягким. Овощи отлично его дополняют и раскрывают вкус говядины. Подавайте блюдо, украсив свежей зеленью. 1. Говядину помойте и нарежьте. 2. Морковь, лук и баклажан нарежьте кубиками, порей колечками, чеснок порубите. 3. Обжарьте мясо на сковороде до хрустящей корочки. 4. Добавьте овощи по очереди, обжаривая по 5 минут каждый раз. 5. Добавьте помидоры, обжарьте вместе минут 5. 6. Добавьте воду и тушите 1,5 часа. В конце посолите. 7. Приятного аппетита!